А Япым представляет. В ролях: Тубаба Юкинстен, Элькер Аксум, Бюлент Эмин Ярар, Ипек Бильгин, Мюджей Узман, Фырат Челик, Айтен Унжоглу, Джихад Тамер, Гюнай Карджаоглу, Мехмет Эсен, Усхан Чакыр, Дефне Каялар, Мурат Прощелер, Энис Айбар. Автор идеи Хакан Акол, оператор-постановщик Йон Томас. Композитор Тайгара Шиклы, авторы сценария Керем Дерен, Пынар Булут. Продюсер Керем Чатай. Режиссер Сердар Ишик. 20 минут. Хочешь выйти? Да. Надо выполнять наши требования. Больше никаких жалоб, прошений, буфета, звонков. Ничего. Ты согласна? Закройте еще на 2 недели. 2 недели? Я столько не выдержу. Сама захотела. Я согласна. Пусть будет по-вашему. Я согласна. Согласна. Больше никаких игр. Никаких. Теперь ты одна. Проси помощи. Помогите мне. Повежливее, с почтением. Госпожа заместитель, помогите мне, пожалуйста. С удовольствием. Открывайся, ну же. Давай, давай. Пожалуйста. Пожалуйста, откройся. Давай, давай!
Госпожа заместитель! Госпожа заместитель! Я в зоне 12-23-90. Сейчас же проверьте, где находится госпожа заместитель. Уйди отсюда, прошу тебя. Откройся, пожалуйста. Прости меня, Милек. У меня не получилось, я не смог. Прости меня. Я бы тебя проинструктировал, но это займет лет 20. Босс, сколько у нас минут? Одна минута. Отлично. Нам хватит. Спасибо. Уходим. Почему уходим? Иди. Как? Мы же вдвоем. Я тебе говорил, открыть сейф – это полдела. Сложности начнутся потом. Сейф вскрыт, значит, будут искать взломщика. Мы им предоставим взломщика. Что ты говоришь? Я тебя здесь не оставлю. Нет, оставишь. Не оставлю. Оставишь. И сегодня же начнешь рыть туннель. История о последнем деле знаменитого кота начинается со следующих слов. После стольких лет кот наконец понял. Нельзя справиться совсем в одиночку. Но двое, если они захотят, могут перевернуть мир. Не делай этого. Я возвращаюсь домой, Али. Эта прогулка затянулась. Сначала мне надо кое-что сделать. Спасибо, Азлем. Можешь идти. Вы уверены? Вполне. Милек стала умничкой, не так ли? Она знает, что ее ждет в случае неповиновения. Правильно я говорю? Обопрись на меня. Обопрись. Азлем, освободи коридоры. Чтобы никого не было. Слушаюсь. Только мы вдвоем. Ты уже почувствовал себя одинокой? Мы пройдемся по всем коридорам. Пусть нас увидит вся тюрьма.
Я здесь, Милек. Господи, помоги. Расскажи всем. Расскажи всем бунтарям о том, как тяжела карающая рука государства. Что это? Это моя квартира. Надзиратели! Разлучите, если сможете. Что ты сделал, родной? Милек! Милек! Что ты болтаешь? Милек! 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 Я не одинока. Что это значит? Я все поняла. Если здесь кто-то одинок, то это... ты! Не делай глупостей, даже не думай совершить какую-то глупость. Ты еще здесь? Надзиратели! Это была самая прекрасная годовщина, дорогой. Что смешного, придурок? Ты забрался сюда, чтобы вывесить баннер? Меня называют котом. Могу забраться куда угодно. Знаменитый беглец. Это всего лишь общежитие, а не охраняемая тюрьма. Мы проводим его в тюрьму в качестве арестанта. В машину. Слишком хлипкие. Открою. Переполох в тюремном общежитии. Озлем! Каков смельчак! Ай да молодец! Почитай новости. Эй, Милек, слышишь? Говори без утайки. Это как-то связано с тобой? Если он с кем-то связан, счастливая женщина. Видно, этот человек ее очень любит. К черту такое счастье. Если замначальника найдет, с кем он связан, увидишь, кто счастлив, а кто нет. Какая замначальника? Которая вчера в ужасе от меня убегала? Ах ты, зараза! Сама замначальника от нее драпала. Представляю, в каком она бешенстве. Интересно, кого она сейчас утюжит?
Как служба? Есть какие-либо пожелания? Кому-нибудь нужен отпуск? Дополнительный. Нужен? Тебе? Тебе что-нибудь нужно, Узлем? Что я? Что ты? Я. Ты говорила с персоналом? Поменяла замки? Я. Что я? Вы опозорили меня на весь мир. Общежитие находится во дворе, на нашем заднем дворике. Этот человек прошмыгнул перед самым вашим носом. Ты. Собери всех. Я возьму показания у каждого из вас. По одному. У каждого. Даже птица не пролетит над этой тюрьмой. Буду наказывать за малейшие ошибки, слышите? Вы слышите? Да, госпожа. Прочь с глаз моих. Иди сюда. Найди мне его. Узнай, где его содержат. Надо проверить, есть ли связи с Милек. Если попросит свидания, разреши. Внимательно следи за ней. Слушаюсь. Но как Милек может быть связана с ним? Ты можешь быть недалекой, но я-то все вижу. Баннер предназначался для Милек. Найди мне этого кота. Никогда еще не встречал людей, радующихся кутузке, как ты. Соскучился, старина. Рано радуешься? Какой-то добрый человек нашел тебе адвоката. Не нужен мне никакой адвокат. Скажи, пусть приведет мою дочь. Хорошо, вы позаботитесь о дальнейшем. Я вам сообщу после свидания с Мисудбеем. Благодарю вас. Спасибо. Вы уходите? У меня другие дела. Я возвращаюсь домой, Али. Эта прогулка затянулась. Эх, босс. Сначала мне надо кое-что сделать. Погоди. Я скажу тебе, что надо делать. Потом решай свои вопросы. Я заменю ключ на другой. Проблем не будет. Но ты должен найти кого-то на территории. На территории? Да, парень, на зоне. Скоро я сдамся. С завтрашнего дня ужесточатся меры охраны. Начальница возьмет своих сотрудников в ежовые рукавицы. Если хочешь зайти дальше, ты обязан найти сообщника. В тюрьме. Решайте вопросы на этой территории, а я решу на другой. На другой? Конечно, я выйду. Во сколько? Сестра, иди поиграй с бабушкой, Ягыс. И скажи, пусть умоет тебе лицо. Алло? Да, я здесь. Где встречаемся? Сестра! Чего тебе? Кто-то стучался в дверь, я открыл, но никого не было. Сказать бабушке? Нет. Алло, мне надо идти. Встретимся там. Пока. Gözyaşı, sevinç ve hüznün bir araya geldiği, buluştuğu programa hoş geldiniz. Bir film gibi de daha beraberiz. Hafta içi her gün evlerinize hüzün dolu hikayelerle konuk olun. Film gibi
Я вас очень люблю. Мамочка! Что случилось, сестра? Смотри, Пикачу. Мама прислала нам записку. Мамочка. Да, мама. Что ты сказала? Что ты, мама? Как она могла прислать оттуда записку? Не знаю, сынок. Дуру нашла на пороге. Это от мамы. Я узнала почерк. Как это возможно? Конверта не было, сынок. Почтальона тоже. Кто-то оставил у дверей и ушел. Кто-то оттуда? Кто его знает? Милек передала записку через него. Хорошо, мама. Я скоро приеду. Сохрани записку. Ягызу не давай, ладно, мама? Хорошо, сынок, хорошо. Папа уже едет. Я пойду в магазин. Куда, внученька? Иди ко мне. Давай мы с тобой поиграем. Одно новое сообщение. Встретимся у парка. Как ты вышел из дома? Сбежал. А ты? Я тоже. Смылась, пока отца не было дома. Так что там с этим телефоном? Отец забрал. Не дал послушать. Круто. Теперь и твой отец знает. Лучше спроси, как он узнал. Твой дед послал к нам бандита. За мной. Как? У него был пистолет, Тайфур. Он пришел за телефоном. Он мог меня убить. Что ты говоришь? Этого не может быть. Ты куда? Тайфур, подожди. Что вообще происходит? Чтобы дедушка мог кого-то убить? Разве он убийца? У отца есть враги, желающие ему смерти. Дед посылает киллера в дом к другим людям. Хороша семейка. У меня не лучше. Мать объявили убийцей и бросили за решетку. Отец с кем-то дерется. Ходит постоянно с фингалами. Не знаю. Может, мы недостаточно хорошо знаем родных людей? Дуру, это надо прекратить. Если они узнают, что мы встречаемся, могут что-то сделать. Что они сделают? То есть, лучше нам не встречаться. Ты не хочешь встречаться? Не из-за этого. Не оправдывайся. Я тоже так считаю. Родной, что ты натворил? Тише, а то нас услышат. Я думал, ты рассердишься и потребуешь, чтобы я прекратил.
понятия не имею, что ты там делаешь. Как ты повесил этот баннер? Вот так. Лучше скажи, как у тебя получилось. Что? Как она оказалась у тебя? Не знаю. Кто-то оставил на пороге. Передала. Али, она передала. Теперь твоя очередь. Для чего? Фазу отторжения мы давно прошли, Милек. Я должен знать, что ты меня поддерживаешь. Али. Милек, ты со мной? Мы уходим отсюда. Я не могу толкать тебя на риск. Мне все равно. Ты позволишь им разлучить нас, а? Мы же столько об этом говорили. Что случилось? Ты забыла? Никогда. Ты отсидишь 20 лет? Нет. Вдали от своих детей? Нет. Будешь гнить в этой тюрьме? Нет. Ты сможешь прожить 20 лет без меня? Нет. Им удастся нас разлучить? Нет. Нет, нет. Значит, действуем дальше. Да. Молодец. Теперь скажи. Скажи вслух, чтобы я услышал. Освободи меня. Скажи мне это. Али. Освободи меня. Выкради меня отсюда. Я сделаю это. Я сделаю, Милек. Даю слово. Но мне нужна твоя помощь. Найди того, кто нам поможет. Что? Они усилили меры безопасности. Нужен кто-то отсюда, кто сможет нам помочь. Здесь есть такие люди. Мы найдем? Есть. Правда? Есть. Поднимайся. К тебе пришли. Дочка? Тогда скажи ему, чтобы тащил свою задницу сюда. Этот гость может оказаться поважнее. Я свое дело сделал. Что за... Знаешь, кто я? Знаю. Дядя-заместитель. Вот знаешь ли ты, кто я такой? Какое ты животное. Собака, нет? Ты тертый калач, это заметно. Ты тоже неплохо выглядишь. Сколько лет? Ты залез не в тюрьму, а в мою комнату. И взял то, что принадлежит мне. Верни мне это. Я ничего не брал. Вспорол твой сейф, вывесил баннер. Потом пошел и сдался. Почему? Так захотелось. Значит, так захотелось. Подойдите сюда. Унесите. Бутылку.
Сейчас узнаешь, чего хочется мне. Твои часы. Завел на 20 минут. 20 минут на что? Устроить побег своему ангелу? Не дружу ни с ангелами, ни с бесами. Но если тебя интересует дьявол, он к твоим услугам. Вышедший в тираж медвежатник пытается что-то изобразить. Можешь обманывать кого угодно, но не меня. Мне известны твои цели. Я это докажу. Верни мою вещь до того, как я это сделаю. А если не верну? Ты когда-нибудь слышал выражение «а будь чёрта в лапте»? Скоро услышишь. Господин офицер. Я хочу позвонить. Алло. Али. Что ты спер у этой тетки? Код? Да, это я. Отвечай, парень. Это точно не ключ. Я подложил другой. Пропало что-то другое. Что ты взял? Что-то еще унес из ее комнаты. Ничего? Я ничего не брал. Почему ты спрашиваешь? Она приходила ко мне. Что? Верни, сказала, мою вещь. И не только. Что? Что еще? Она знает, Али. Она спросила про Милек. Вот черт! Она не такая простая. Попрет до конца. Я знаю таких людей. Они не отступают. Ты меня слышишь, Али? Ты уверен, что все делаешь верно, сынок? Слышу, босс. Да, все идет по плану. Хорошо. Тогда сделай следующее. Али, приведи ко мне дочь. Через час она будет у тебя, босс. Йондер, 1990-й. Йондер, 1990-й. Йондер Кашан, 1990-й, кандидат в мэры Стамбула. Госпожа заместитель, что вас связывает с кандидатом в мэры Стамбула? Гюль, как дела? Это Али. Спасибо, все нормально. Если ты не занята, у меня будет просьба. Ты можешь достать старые газеты из архива? Просто ищу информацию об одном человеке. Йондер Кашан. Еще и записки в дереве. Типа это романтично.
Дурак. На самом деле, это я не хочу с тобой встречаться. Я все сделаю сама. Алло. Алло, старушка. А, это ты? Ты сказала своим, что будешь в магазине. Ты там? Я еще не доехала. Глупый Тайфур. Ладно, ладно. Голчонок, открой дверь. Убирайся, Али. Открой дверь. Отец хочет видеть тебя. Он меня больше не увидит. Как скажешь. Только давай немного поговорим. Открой. Али, я не собираюсь идти ради этого человека. Его арестовали из-за меня. Он пожертвовал собой ради меня. Он прикрыл меня. Теперь понятно? Это правда? Да. Ну что это меняет? Добро пожаловать в реальность, Голчонок. Ты опять одна. Ты не одна. Как не одна, Али? Я столько лет провела в одиночестве, что даже привыкла, и вдруг объявляется папаша, но через 3 дня опять куда-то исчезает. Он не исчез. Зашел в служебное общежитие и выкрал для меня ключ. Он не убежал, а сдался. Он сейчас в тюрьме, в районе Кагетхане, там, где казнили Якуба Джамила. Не пугайся, просто я вспомнил историю. Слышала о Якубе Джамиле? Он сотворил много ужасного. Но стал народным героем. До последнего вздоха не скрывался, не просил пощады. Более того, он лично командовал расстрельным взводом. Как твой отец. Твой отец не пожалел себя. Он мой герой. Я обязан сделать для него хоть что-нибудь. Голчонок, я никогда не оставлю тебя одну. Не говори так. Клянусь. Не клянись! Клянусь. Отец тоже клялся. Посмотри на меня. Я похож на твоего отца. Я выгляжу как твой отец. Нет. Вот и хорошо. Тогда верь мне. Ты не одинока. Когда я говорю, что я рядом, это так и есть. Я никогда тебя не оставлю. Накинь что-нибудь на себя. Ты так хотел видеть свою дочь, но я впустил ее только из-за лекарств, что она принесла. Не подводите меня под монастырь, у вас 2 минуты. Вот и моя красавица. Твои лекарства, отец. Мне не нужны лекарства. Папа. Я сказал нет, у нас всего 2 минуты. Давай не будем о лекарствах. Я в порядке. Если станет совсем скучно, убегу. Не думай обо мне. Как ты? Все хорошо? По-прежнему одна. Дочка. Давно собирался спросить, но не мог. У тебя есть какой-то друг? Ну, близкий друг. Близкий друг? Папа, скажи, любимый, я не маленькая девочка. Нет, отцы так не говорят. Хорошо, пусть будет так. Есть? Нет. Нет. Вообще-то... Вообще-то что? Нет, никого нет. Забудь.
Послушай, я переживаю. Не хочу, чтобы ты была одна, скажи. Да, есть один. Кажется, он мне нравится. Кто же это? Что за человек? Он хороший? Самый лучший из всех, кого я знала. Он тебя защитит? Он заботливый? Да, папа. Ценой собственной жизни. Прекрасно. Значит, ты ему тоже нравишься? Нет, он еще не знает о моих чувствах. Как не знает? Так быть не должно. Пойди и признайся ему. Нет, это не так легко, папа. Кроме того, у него дел по горло, сейчас не время. Моя красавица. Умница. Горе тому, кто тебя не полюбит. Не смотри, что он занят. Эти дела нельзя откладывать. Не знаю. Ты так считаешь? Я утверждаю. Жизнь коротка, доченька. Признайся ему. По крайней мере, подойди к этому. Не знаю. Сходите на ужин. Сделай первый шаг. Поверь своему отцу. Хорошо. Есть еще кое-что. Очень важная новость. В тот день. Ты опять, Керим? Опять? Не вмешивайтесь в мои дела. Я буду делать, что захочу. Это моя жизнь. Нет. Это не твоя жизнь. Это жизнь господина председателя. Не забывай, чей ты сын. Выметайся отсюда. Я жду посетителя, он скоро придет. Выйди! Да? Ты ждешь ее? Хозяйку этого билета? Ты никуда не улетишь, Керим. Это тебя не касается. Хватит, убирайся отсюда. Пошел вон! Тебе конец, Керим. Ты погубил себя.